Всем здравствуйте, всем участницам онлайн-игры Speak Playing, говори играючи. Большой привет. Сегодня хочу поговорить о видео Татьяны Артамоновой. С учетом того, что Танюша была с ночи, со суток причем, видео вышло замечательно. Очень понравилось то, что все говорит, интересно рассказала о себе, то, что она чему научилась на марафонах, бизнес-играх, то, что чем она может быть полезна. Понравился голос, то есть тембр. Что не боится говорить на камеру, это тоже главное. Пусть не все, как говорится, по плану и не сразу, но получается хорошо. Также понравилось, что Татьяна выполнила свое задание, то есть она ответственный человек. Мне вообще нравится с ней общаться, у нее вообще голос очень звонкий. И в плане, что всегда старается, то есть если что-то обещала, сказала, то всегда обязательно выполнит. Это очень важно. Это лидерские также качества. Вот. То есть если нужно, сделает. Понравилось то, что она говорит не задумываясь, там глаза куда-то не закатывая, а говорит, все как должно быть, все как у нее есть. Немножко бы что изменила, я бы добавила просто к Танюше улыбку. У нее очень хорошая, добрая улыбка, поэтому я бы сказала ей, чтобы она улыбалась почаще. Вот. Что бы еще изменила? Изменила бы, наверное, все-таки немножечко чуть подальше камеру, но тоже можно понять, потому что все условия у нас не всегда нас радуют, как у меня, например, сейчас приходится говорить в темноте, за это сразу прошу прощения тоже, что не всегда условия получаются. Вообще мне понравились все видео участниц, вообще молодцы, все стараются, видно, какое у них идет продвижение по учебе, то есть учатся, замечания исправляют, стараются выполнять именно то, как нужно. Мне нравится. Свой результат я тоже вижу, но знаю, что, конечно, надо поменять мне и фон, и стараться говорить днем, а не ночью и не рано утром, когда все спят. Просто хочу пожелать всем успехов, больших команд. Все обязательно у нас получится, потому что мы учимся, мы хотим этого, мы хотим результатов. Людмиле, большое вам спасибо за такую супер игру. Это очень классные уроки. Всем спасибо, со всеми не прощаюсь, а говорю до новых встреч. Пока-пока.